Kahve desin ya. Acele var. Bu
лично. Такое не прощает вам, если не надо додавливает. Больно было вообще, да. Возьми вот на это, встань, на этот блок. Встань на этот блок? Да. А вы куда встанете? Да. Нет. Не проще ли, чем все передвигать? Нет. Эфир. Ты вообще ничего не понимаешь. В простоте. Ну, это да. Вот сюда положи. На себя. Пойдет, конечно? Не, знаю. Поэтому блин, почему такая тяжелая стойка? Че, ты ручкой вяжешь? Кто рвет ручки? Ручку порвал, тяжело. Прямые эфиры видишь? Это мой первый прямой эфир в жизни. По сценарию кто? Выживает? Кто-то выживает? Может быть, кто-то выживет. Смотри, какой сильный, а? Какой все сильный. Все, товарищи. Я не могу, больше. Перестань.
стояла. О, пошлите домой. Дядь Саш, тут прямой эфир, как вы не понимаете, Кристина. Я быстрее всех ухожу сюда, дядь Саш. Погоняйте остальных. Белим булочка. Ты что тут, дядь Саша, задерживаешь? Давай, заканчивай уже. Ой-ой-ой. В смысле, по классике? Ха-ха-ха! Ладно, с вами хорошо, я пошла. Это что, три похода, два похода? Три похода, говоришь. Слышали, Лиса, слышали, да? Все. Все, всем пока. Давай, Юрич, пока. Знаешь, как вторую кистью повесить? Берем предложить, а получишь. Мне просто сделаем. Давай, пожалуйста. Да? Продолжаться надо. Дальше себе там пишу. Ты себе видел, может, я бы отвечала? Да, ты читай. Иди, иди прочитай, ответь, Белин. Ответь, что там интересует. Это косметолог пишет, крутяк. Косметолог нравится, нереально это Крис. Жесть какая. Ой, клубника вылезла. Ой. Побежу. Когда я накачаюсь, то да. Ты очень быстро, кстати, доберешь своим тестостероном. А как это делать? Нифига себе, 23 минуты прямого эфира было. Планы по арму. Выиграть всех. Светик, дела у меня хорошо. Когда на чемпионат мира, блин. Еще даже неизвестно, когда он будет.
Чё, да? Как, блин, сохранить прямой эфир, кто знает? Ну все, всем пока. Пора домой.